Стрэбух. Подъехал к помойке и тут решил посмотреть, что за коробки. И смотрю, две бутылки. А это, оказывается, вино запечатанное. Сегодня будет пати у Штребуха на хате. Sua voce il palpito de... Elle va de la poubelle, excellent bon vin. Je ne mange pas six jours. Бонжур, ёпта! С вами Штребух, и это аристократический обзор находок из помойки. Итак, к вашему вниманию, мои находки, которые я собрал примерно за неделю. Давайте их осмотрим. Начнем мы с самой прикольной находки. Я нашел себе друга. От него тащится моя подруга. Назову его Чибис. Это череп, из которого когда-то делали копилку. В голове у него пусто, в принципе, как и у меня, поэтому мы с ним чем-то похожи. Хочу вставить ему в глаза красные лампочки, воткнуть туда подсветку, и будет неплохо смотреться на моем столе. Чибис, ты будешь мне помогать снимать обзоры находок? Конечно, Штребух, теперь я твой друг. Ну и отлично, погнали дальше. Три пары фонариков. Отличная находка перед Новым годом. Больше всего мне нравятся вот эти. Я даже знаю, куда я их помещу. Да, вот так смотрится намного круче. Блендер Тефаль работает отлично, но у него есть проблема. Видите, вот здесь много трещин. Из-за этих трещин эта чаша течет. Поэтому что-то жидкое в нем молоть нельзя. Но что-то сухое в принципе можно. Попробую продать его за 200 рублей. Покрышка для шоссейного велосипеда от фирмы Виктория на 28 колесо. Состояние нормальное, продам ее за 300 рублей. Рабочий MP3 плеер от фирмы Digma. Состояние нормальное, память 4 гигабайта. Также были найдены вот эти колонки. Продам это за копейки в своей группе ВКонтакте. Зарядка для ноутбука Lenovo. Был погрызан провод, починил. Работает прекрасно, продам за 300 рублей. Зарядка для шуруповерта Makita. Работает отлично, продам за 300 рублей. Старая советская катушка для удочки. Попробую продать, может кто-то и купит, так как это старая вещь, можно сказать раритет. Две компьютерные мышки, работают отлично, продам каждую по 150 рублей. Электроплитка от фирмы Home Element, была очень грязная, это я ее еще отмыл, продам за 200 рублей. Лампа для маникюра была найдена в своей коробке, но в комплекте нет ламп, поэтому придется продать за 100 рублей. Седло для велосипеда. Сетевой фильтр Defender работает отлично, длина кабеля 5 метров, также есть обычные переноски. Ну, придется мне это все продать, что ж тут поделаешь. Монитор Samsung, к сожалению, не работает, но вот матрица целая. Продам на запчасти за 500 рублей. Модель Sung Master SA350, имеется HDMI разъем. Bluetooth колонка, реплика JBL. The Bluetooth device is ready to pair. Защитная сетка динамиков держится плоховато. Ну а колонка работает отлично. Звук в принципе нормальный. Можно подключить AUX-кабель и флешку. Продам колонку за 200 рублей в моей группе ВКонтакте. Рабочая клавиатура. Работает отлично, продам за 200 рублей. Переноска для ребенка от бренда Babyton. Внутри даже есть матрас. С переноской отдам даже одежду в подарок. Продам рублей за 300. Когда я вот это нашел, я подумал, что это какое-то устройство, ну, которое может, ну, стоит рублей 500. А оказалось, это самая дорогая находка в моей жизни. В комплекте были провода, которые я, кстати, чисто случайно нашел. Они валялись отдельно.
В общем, мне повезло. Еще в комплекте вот такие штуки, похожи на переговорку какую-то или динамики. Собственно, вот эта хрень новая стоит 78 тысяч рублей. Ребят, я просто в шоке. Модель на экране. Эта штука предназначена для того, чтобы считывать состояние с приборов. В общем, она устанавливается в дома, в щитовые и считывает состояние лифтов, пожарных датчиков и так далее. В общем, ребят, я просто счастлив. Я надеюсь, у меня получится эту хрень продать за 30 тысяч рублей. Так что, ребят, если знаете, кому эту штуку продать, пишите мне, ссылка в описании. Ну а с меня будет процент, если найдете покупателя. Работает, но изначально не работал. Пришлось починить. Был грязный, я его отмыл растворителем. Работает прекрасно. Ну а у меня на балконе реально дубак. Поэтому я стою в пиджаке, в свитере и в двух штанах. Поэтому мне этот обогреватель пригодится. Было найдено немножко крутых смартфонов. Первый раз в жизни я нашел, ребят, iPod. Да и к тому же целый. Пришлось мне долго с ним повозиться, чтобы попытаться восстановить систему. Но после восстановления системы вылезло вот это. Блокировка активации. То есть он заблокирован iCloud. Очень обидно. Можно сказать, что это кирпич. Продать его получится только на запчасти. Но я до последнего надеялся, что мне повезет. Но я думаю, когда-нибудь я все-таки найду незаблокированную технику Apple. Так что продам его на запчасти в моей группе ВКонтакте за 1000 рублей. В том месте, где я нашел iPod, был еще вот такой смартфон. Это 7 Honor. У него экран в пленке. Целый. Крутой 8-ядерный телефон. Я также надеялся, что с ним все отлично. Когда его попытался включить, он не реагировал. Оказывается, что его кто-то вскрывал и отсоединили шлейф батареи от платы. Я его поставил на место, в итоге он заработал, но телефон не загружается. То есть вот это окно загрузки показывает, а дальше экран просто гаснет и все. Сидел часа 4 за компом, пытался его перепрошить, но в этих делах я не особо шарю. Поэтому я плюнул на все это дело и решил его продать на запчасти или под восстановление. Возможно, его нужно просто прошить и он заработает. В общем, не знаю, если вы шарите и умеете перепрошивать телефоны, можете у меня его купить. Брендовые часы от фирмы Romanson. Модель называется Modish. Кожаный ремешок. Такие новые стоят в районе 6000 рублей. Ну а я продам за 900 рублей. Еще одни часы. Что за бренд, непонятно. Походу AliExpress. Женские. Раскладушка Vertex. К сожалению, она без батареи. Вообще не юзанный телефон. Никаких сколов и жестких царапин нет. Vape iJust 2. Жижа была в комплекте. Бак у этого вейпа сменный. То есть можно сделать апгрейд и купить покруче. Продам этот вейп вместе с жижей за 900 рублей. Какие-то непонятные женские часы. Видно по ним, что они стоят копейки. Крутые брендовые духи. Пахнут отлично. Пол флакона. Бренд Агент Провоколер. Модель Fatale Pink. Стоят такие духи в районе 6000 рублей. Ну а я продам пол флакона рублей за 700. Аромат стойкий, это не подделка, духи оригинальные. Беспроводная мышка Logitech, работает. Продам ее за 200 рублей. Пустая коробка от iPhone 5s, положу в свою коллекцию. А еще в моей коллекции пополнение. Это коробка от MacBook Pro. Было найдено немного серебра. Пара сережек, еще одна сережка, цепочка с крестиком. Серебро я собираю, когда накопится у меня его много, я его пойду и сдам. Три пары обуви. Оригинальные кроссовки Nike Air Max 44 размера. У этого кроссовка лопнута подошва, поэтому их, наверное, и выкинули. Буду в этих кроссовках ходить по помойкам. Кожаные ботинки от фирмы Zenden 36 размера. Состояние нормальное. Модные на данный момент кроссовки. Женские. Состояние новых кроссовок. Размер 38. Продам их рублей за 500. Но еще немного мелких находок. Почти пол бутылки геля для стирки детского белья. Провод от мультиварки подойдет для компьютера. Новая поворотная насадка на кран. Какой-то непонятный переходник. 5 пар наушников. По-любому какие-то из них, но работают.
два VGA кабеля, провод для дискета ввода, нафиг я его взял, кину на медь. Шампунь, чехол для iPhone 7 Plus, для 6 Plus, блок питания для авто, станок для старых лезвий. Два новых набора Sunlight для чистки бриллиантов, золота и серебра. Паяльник, да, с таким жалом только кастрюли паять. Немного духов Adidas. Две батареи, олово для пайки, мужские духи, немного шампуня, ТВ-приемник для старого компа. Новые духи Avon в коробке. Диодовые платы. Новый переходник с DVI на HDMI. Резинки на руку. Новая цепочка Avon в коробке. Зеркало для велосипеда. Еще одна крутая находка — это вот такие колонки. Красивые, черные. Вот здесь были сетки, я их поснимал. Звук отличный, работают прекрасно. Было найдено два вейпа. Первый — это Rixa, ушатанный в хламину. И вот такой мелкий вейп на один аккумулятор. Вставил свой аккумулятор, вкрутил свой бак, но он не работает. Пишет, что девайс to not. Не знаю, что это означает. В общем, продам его рублей за 200. Подключил к этой Rixa два аккумулятора, а один закоротил проводом. И она заработала. Но при нажатии кнопки пишет «Проверьте батарею». Ну, короче, нужен третий аккумулятор, и, возможно, этот вейп заработает. Давайте подведем итог по продажам за неделю. Куртка Adidas. Перчатки. Процессор i5-650. Датчики шорох. Wi-Fi роутер. Наушники. Громкая связь. Штребух бокс. Samsung Galaxy S4. Рюкзак. Чайник. Итак, за неделю получилось заработать 6980 рублей. Я буду стараться для вас снимать почаще видосы, а вы просто взамен мне напишите как можно больше комментариев, чтобы мой видос попадал в тренды. Всем пока. С вами был Штребух.